Константин, добро пожаловать в футбольный клуб Уфа. Расскажи, как вообще возник вариант с нашей командой, как все так прошло тихо, объявили клубы о трансфере, не было никаких слухов даже. Ну, позвонил Николай Сафраниди, я с ним лично знаком, предложил такой вариант, я с радостью согласился, позвонил агенту, они договорились, я оказался в Уфе. Все очень быстро, тихо произошло, я очень этому рад. Кого-то помимо Николая Сафраниди знал еще в футбольном клубе Уфа? Ну, из игроков, да, Олежку Данченко знал, в Рубине с ним пересекались, и Влада Камилова. В этом году ты еще не играл в официальных матчах, почему? Повреждения? Да, были повреждения, была травма голеностопа и был вирус. Ковид зацепил меня тоже. И вот сейчас восстановился, чувствую себя хорошо, прекрасно, готов работать. То есть сейчас находишься в отличном физическом состоянии, да. Ага. Мы знаем, что ты достаточно универсальный футболист, играешь и на правом фланге обороны, и правого центрального, и в опорной зоне. Где вообще комфортнее играть? Правого центрального защитника, это моя позиция. Остальные все так. Кого-то заменить, если надо, ну, основная центр обороны. То есть схема с тремя центральными для тебя хорошо знакома? Да, да. Ага. Какие цели у тебя вообще в футбольном клубе Уфа? Добиться результатов с командой, потому что команда сейчас испытывает трудности, но за счет тяжелой работы, я думаю, мы добьемся результата с футбольным клубом Уфа. Надо работать, пахать, и результат придет. Ты провел уже первую тренировку на стадионе «Нефтяник». Как тебе искусственный газон, как тебе команда, как встретили? Да ничего, я молодой, быстро привыкну и к полю. Все, 2-3 тренировки, все адаптируюсь. Коллектив встретил очень хорошо, тепло, все общаемся. Так что, я думаю, никаких проблем не будет. Главное выходить, тренироваться и делать результат, все. Ну и ближайшая игра у нас будет против «Ротора». Тоже команда находится в нижней части турнирной таблицы. Может быть, уже в команде как-то обсуждали эту игру? Да, я думаю, это сейчас самая важная игра будет сезона, потому что мы в тяжелом положении, они в тяжелом положении, и надо выходить и брать обязательно 3 очка, и на эту игру настрой должен быть запредельный. Надо выходить, биться на каждом участке поля и добиваться результата. Других вариантов нет. Спасибо большое, желаем тебе удачи в футболе. Спасибо. Спасибо.